Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Каркаджаке виллу 3+1 со своим бассейном, двухэтажная, с видом на море, на бананы, на меня. Быстренько покажу. Вот здесь вот такой вид на море. Расстояние отмерял по карте Google от моего места до воды 2702 метра. 5 минут езды на машине. Присутствует вот такой бассейн 8 метров на 5. Участок тут 240 квадратных метров. Общий участок, частная вилла. Вот эта вилла такая вот. Красивая такая. Продается пустой. Общий брутто квадратных метров там 210. Год постройки 2013 год. Вот такая гостиная, совмещенная с кухней. Также можно ее отделить. Нужно потратиться сюда где-то 3000-5000 евро. И ваша вилла будет конфетка. Вот так. Здесь санузел. Здесь стиральная машинка профила. Ну, бытовая техника немножко старенькая. Можете как дополнительно пользоваться. Я же советую купить новое. Кондиционер тоже вроде присутствует. Какая-то электро. Порой старые лучше работают, чем новые. Здесь вот у нас посудомойка фирмы профила. Видите, новые. Здесь вообще никто не жил. Даже кранов ничего нету. Здесь плитку устанавливайте. Это не буду снимать. Шкафчики увидели? Увидели. Идемте дальше. Поднимаемся наверх. Это вход в нашу виллу. Вот здесь вот такая дорожка. Вот. Соседи у вас тут немцы. Покажу. Бассейн работает. Тут такой деревянный. Вот это. Надо забрать. Ребята. Здесь у нас вот дорожка оттуда идет. Видите, это такая гравий. И все. Здесь сосед с Украины. Слева у вас сосед с Германии. Вот такая виллочка у нас. Идемте наверх. С левой стороны санузел. Просторный. Здесь у нас спальня. Она маленькая. 9 квадратных метров. Тишина, спокойствие, безмятежность. Вот бассейн. Можно здесь окно открыть и прыгать отсюда. Не шучу. Так, идем вправо. Ага, здесь у нас хозяйская спальня. Я сюда вернусь. Вот наша вторая просторная спальня или дополнительная комната с выходом на террасу. Вид с террасы, дорогие зрители. Ого-го, вид у вас никогда не закроется. И хозяйская спальня, еще один просторный санузел. Короче, в вилле три санузла просторных. Это самая большая, с видом на море. И вот спальня такая, где-то 15 квадратных метров или побольше. И вот наша такая вот терраса. Остекленная такая вот, о, красота, ляпота, безмятежность. О, по очень хорошей цене. Давайте я скажу внутри цену. Дорогие зрители, цена этой виллы
159 555 евро. Если вам понравилась эта вилла, ставьте лайки, делитесь информацией, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте и звоните, пишите по номеру, который указан наверху и в описании. Плюс 90 555 064 91 10. WhatsApp, Telegram, Viber. С вами был мистер Акаси из Алания района, Карпеджак. Всем пока-пока.